Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Бравл Старс. Ну, этим я не хочу играть, честно говоря, давайте поменяем его. Так, братишка, давай-ка мы возьмем... Слушай, а может быть нам Ниту взять? Давайте Нитой попробуем поиграть. Так, бойцы, магазин, ну, вроде бы больше ничего пока у нас нету. Нам нужно, ребята, набивать, по-моему, 150 кубков, если не ошибаюсь. Поехали. Тихо. Куда? Что? Где? Тихо, тихо, тихо. Не надо буянить. Так, давай потихоньку. Я знаю, что... Ага, вот он. Так, ну-ка. Слушай, этот чувачок, по-моему, там с динамитом. Этот у нас... Давай, 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 давай. Там чуть-чуть осталось. Ай, смылся. Да-да-да, конечно. Ага, захотел нас... Динамитом тут угостить. Как бы не так. Так, гемы, ребят, забираем гемы обязательно. Медвежонка вызовем. Без медвежонка нам никак. Пускай он им покомпенсирует мозги. Что-то мы их тут вообще, ребята, раздавили, по-моему, да? Динамит. Так, куда? Они даже не успевают. О, тихо-тихо-тихо-тихо, у меня здоровья мало. Гемы, забираем гемы. Отлично. Так, медвежонка я вызываю. И опять же в атаку. Угу, конечно. Воу, это был супер удар. Ага, ну как бы не так. Я все равно заберу все гемы, которые здесь валяются. Поджимает, ребята, время. У нас 13 гемов. Так что все шансы на победу у нас есть. Если, конечно, нас не подобьют. Секунды, остались считанные секундочки. Все, ребята. Ну что же, победа здесь за нами. Так, ну а мы с вами двигаемся дальше. Вау. Нита у меня получает 3-й ранг. Так, это у нас, кстати, была битва за гемы, да? Хорошо, давайте еще разок сыграем. Потом пойдем с вами уже в другую локацию и немножко там повоюем. Погнали. Кстати, вот на той локации, на второй, мне почему-то не очень везет, если честно. Воу, это борец. Тоже, опс, вот так вот меня накрыли. Причем моментально. Так, стрелок, ты там не припух, где он там? Я знаю, что он, вон он. Я его, по-моему, подбил. Иди сюда. Ай-яй-яй-яй-яй. Не можем попасть, ребят. Добьем, добьем, добили. Ха-ха. А, так, тихо. Ловлю, ловлю. Так, борец этот. А-а-а! Как он достал со своим кулаком. Так, гемы нужно собирать. Блин, они, по-моему, все гемы свои забрали. Ну-ка, медвежонок. Давай, 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 давай. Есть, минус один. Так, вот этого надо добить. А я пока гемы соберу. Что-то он тут... Да куда ты, елки-палки? О, сейчас, по-моему, добьют меня, ребят. Да. Слушайте, у них офигенное преимущество, если честно. Да что этот медведь тут делает? И время поджимает, да. Да убери ты своего вот этого вот робота, он бесявый. Вот честно говорю, я играл им, мне не понравился он. Вот этот чувак, который бросает бутылки. Фуфло он, на самом деле. Может быть, он не прокачанный фуфло. Но, тем не менее, мне он не понравился. Так, ладно. Давайте-ка я возьму другую, наверное, локацию. И это будет у нас столкновение. Кстати, 150 трофеев, когда мы соберем, у нас откроется событие дня. Уж не знаю, что там за событие. Так, одиночное, парное. Давайте парное возьмем. Поехали. Тут все зависит от того, кто нам достанется. В напарнике, я имею в виду. Так, это кто там у меня? Не могу понять, кто. Ага, борец. Слушай, ну у него здоровье-то 5800, неплохо. Тихо, тихо, я вижу, вижу. Давай, берем ящики эти.
Так, стрелок, блин. А вот уж дудки, вот уж дудки. Так, надо наказывать. Где мой напарник-то, ё-моё? Вон, показывают, где он. Кто-то убежал, непонятно. Чё ты делаешь-то? Давай, пошли драться. Стоит, лыбится, блин. Так, у него 5 кубиков и у меня 5 кубиков. 10 кубиков на двоих. Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо буянить. Я иногда, ребята, в этом хаосе теряю мышку. Так, есть. Поднимаем кубик. Ого. Тихо, ракетами-то тут зачем буянить? Минусанул, отлично. Ух, кто-то... Тихо, я ловлю. Так, эта птичка мне не нравится. Это, кстати, он и сделал, по-моему, да, взрыв. Зона... Зона, ребят, сужается. Вот так, отлично. Наказали. Столкновение. Столкновение. Так, иди сюда, будешь со мной рядышком тут стоять. Потому что если у меня выпадут кубики эти, мы с тобой проиграем. Вот, молодец. А кто выиграл? Мы. Дентек и Рэй. Отлично просто. Ну что же. Оу, Нита у меня получает 4-й ранг. Ну, давай играть снова. Так, собрались? Собрались. Поехали. Блин, вон там кубики. Вон там кубики, я вижу, нужно их заработать. Молодец, отлично. Так, ну что? Что-то тут черепа какие-то. Давай вот эти, наверное, тоже с тобой заберем. Слушайте, а почему мне здесь не дают возможность, ребята, вызвать медведя? Я его, типа, не накопил? Да? Получается так? Заберу. Ха-ха-ха. Нифига он суперударами там шпарит. Да елки-палки, меня зажимают. Сматываемся, сматываемся. Черт, не успел. Да этот где-то там бегает, блин, позади. Елки-палки, блин. Я на него надеялся, что он успеет, а он... Нифига не успел. Ну что ты сейчас проиграл? Я офигею с него. Да. Мне-то одному никак было, ребят, против всех. Мне не справиться. Так, ну что, накопили? Накопили. Давайте посмотрим, что у нас в этом... Чемоданчики. Так, 5 очков силы. Ага, 6 для кобальда. И все получается, да? Хорошо, нам еще... Ой, как до Китая раком копить. Поэтому... Поэтому я, наверное, выберу другого героя. И это будет у меня... Ну, пускай это будет Кольт. Поехали. Выбрать. И возьмем мы, наверное, с вами захват кристаллов. Там как-то поинтереснее. Командный бой. 3 на 3. Воу, так кто там у него? Что за герои? Ха-ха-ха, я знал, что ты там ныкаешься. Е. Найс шот. Так, я держу на прицеле. Воу, динамит. Слушайте, вот, кстати, вот эти вот чувачки, которые любят динамит бросать, они всегда в кустах сидят. Это я уже заметил. Чаще всего. Да дайте его подбить. Подбили? Непонятно, такая суета. Давай, давай, давай. Отлично, молодцы. Давай вот этого вот стрелка. Ясный
Сокол, ага, конечно. Динамит свой разбросал. Ну давай, давай, выходи из этой защиты. Опс, тихо, что-то там. Что-то там вылетело такое большое. Я готов. Где этот хламон? Так, смотри, смотри, смотри. Бинго. Мы его разнесли. Давай-ка. Воу, он попал в замес просто-напросто. Слушай, ну мы тут вообще, по-моему, круто идем. Если так дальше пойдет. Тихо, 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 тихо. Не надо подстреливать меня. Секундочки пошли. Отсчет времени. Так, мне нужно отойти, ребята. Здоровья мало. Все, шикарно. Ну, да. Считай в сухую, ребят. 14-0. Отлично просто. Угу. Ну-ка посмотрим. Кольт у меня получает второй ранг. Играть снова? Ну хорошо, давайте еще раз сыграем за Кольта. А потом я хочу попробовать, знаете, за кого сыграть? За борца. Но, честно говоря, ни разу за него не играл. Даже не представляю, что он может. Видел же, что он там может делать прыжок какой-то. Если под его удар попадает все, ну, кто рядом, то все получают урон. Ладно, посмотрим потом. Ну-ка. И сразу в кусты, блин. Вот там и отдуплились они. Нет? Супер удар готов у меня. Поехали. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Нифига. У него снарядики-то бомбят. Нехило, я вам скажу, ребят. Где, где? Где он там прячется? Ну, добьем? Добили. Отлично, ребята. Хорошо работайте. Правильно. И про гемы не забываем. Нужно их всегда собирать. Иди сюда. Ну, 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 ну. Е, нахлобучили. А ну-ка. Получи. Ёлки-палки, вот это вот. Он там залп-то дал. Да вот куда ты лезешь-то, я никак не понимаю. Зачем ты в ту кучу-то залез? Бегай вот здесь вот, среди нас. И все. Или ты почувствовал себя бессмертным? Фиг его знает, ребят. Ну, мы здесь выиграли. Так. Слушайте, смотрите, я получаю меньше всех кубков почему-то. Наверное, я меньше всех врагов убиваю. Скорее всего, из-за этого. А что если я, например, выберу другого, да? Смотрите, ребята, у меня из бойцов кто есть? Вот есть борец, а есть вот этот вот робот. Я возьму его для того, чтобы показать вам, ну кто еще не видел, что он вообще делает. Он бросает, ребята, вот эти вот бутылки навесиком, так скажем. Они разбиваются и наносят урон. Суперудар у него, он выкидывает очень много бутылок, которые зажигаются, типа коктейль Молотова. Вот так вот работает. Ой, вот этот чувак с гитарой хреновой. Во-во-во, вот это был, ребят, суперудар. Тихо. Так, надо отойти. Надо восстановить здоровье. Слушай, гитарист, ты достал там уже? Давай-ка мы вот здесь его подловим. Лишь, блин, меня подловили. Добегался, доюлился. Слушайте, ну мы здесь проигрываем. Мы здесь проигрываем, причем очень круто. Ладно, попробуем взять гемы. Так, счет 3-6. Ну, проигрываем пока, проигрываем, ребят. Борец, ты иди дерись, елки-палки. Бегает где-то там, вообще непонятно где. Ты же ближник, ё-моё, ты должен... А, он понятно, он ватный, ребят.
Так, ну что, мы проигрываем, как я посмотрю. Вау, что так много бутылок-то, эй! Так как, почему я не могу ее подбить, эту Шелли? Зашибись. И я по этой Шелли бомблю, ей пофиг, а она меня два раза выстрелила и все. Короче, я говорю, этот робот мне не нравится. Не знаю, робот он или кто. Он бесявый. Сейчас попробуем сыграть за борца. Где у нас борец? Вот он, но он у меня не прокачанный. Эль Прима, тяжеловес. Фух. Давайте попробуем. Дружеская игра. Нет, пока просто поиграем. Мне надо привыкнуть к определенному какому-нибудь, либо одному герою, либо всех тестить, и довольно хорошо. Эль Прима. Так, что ты делаешь? Ага, понял. Да, ребята, он действительно только ближник. Но удары у него, я как понимаю, очень мощные. Сейчас мы проверим. Только на ком хрен знает. Вот на этом, например. Ну ладно, этого мы ушатали. Давай-ка вот этого попробуем. Слушай, ну вроде бы так неплохо, но единственное, что надо подходить к врагу вплотную. А мне это как-то не особо нравится. На, нафиг. Куда ты там спрятался, ага. Да, бомбит он жестко. Так, у меня есть суперудар. Прыгаем. Упс. И добили. Отлично. Я понял тактику у этого Эль Примо. Но еще раз повторю, он эффективен только в ближнем бою, ребят. Черт. Молодцы, ребята, хорошо сработали. Так, идет отсчет. Мы должны выиграть здесь. Я на дорожку еще кого-нибудь успею? Да, успел. Ну, неплохо. Да, у него, ребята, 5800 хп. Это неплохо. Кубков 0 у меня. Вообще замечательно. Так, ну что, осталось совсем чуть-чуть, я так понимаю, да? И мы, наверное, с вами... Так, смотрим. 117, а нужно 150. Поэтому поехали еще играть. Так, ага. Наверху команда из Шелли состоит в основном, да? Я готов. Ух, в ближнем бою, конечно, ему нет равных. Так, давай, иди сюда. Ну, куда ты побежала, роднуля моя? Ай! Да выделался. Ах, тут еще... У них тоже есть борец, понял? Понял. Ну что ж, борец, иди сюда. Иди сюда. Да ёпрст, что за фигня такая была? Иди сюда, борец. Закумарил его. Так, эту Шелли тоже нужно ликвидировать. Нормуль. Ай! Задели. Все, погнали далее. Ну что-то там расстрелялось. Так. Вот так вот. Нет! Вот теперь минус. Отходим. Здоровья мало, поэтому лучше отойти. Е! Блин, и меня подбили. Черт подери! Ну, а что сделаешь, ребята, если у них дробовик такой в разбросочку бомбит. Так, иди сюда, борец. И отходим, сразу же отходить. Так, дай-ка я гем подниму этот. Не успел, ладно, фиг с ним. Главное, что у нашей команды, ребят, остальное не волнует. Ну, куда ты бежишь-то, куда ты бежишь? Блин, да что за фигня-то такая, эй!
Блин, мы проигрываем, ребят. Мы проигрываем и, по ходу дела, проиграли. Со счетом 6-11. Да. Не айс. Я никак не могу понять, почему у меня меньше всех кубков. От чего это зависит? Играть снова, давай. Не понимаю. У всех по 50, по 60, а у меня 3, 4, 6, 5. Ага, понял. Забомбил. Отходим, 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 отходим. Так, иди сюда, хламон. Ты достреляешься сейчас там у меня. Бинго. Нифига там. Заваруха. Черт, здоровья мало, блин. Отходим. Отходим, отходим. Слушай, это что, хиллер, что ли? Я не могу понять. Похоже, он хиллер, да, ребят? Завалил я этого с гитарой чувачка. Так, ребята, у нас 11 гемов на руках. Мы можем выиграть. Есть все шансы. Отлично, вот сейчас было хорошо. 13-0. Блин, и опять у меня меньше всех кубков. Да что за ересь-то такая? Ну, неужели ты получаешь у меня второй ранг? Так, ну-ка давай выйдем, посмотрим, что у нас накопилось. Что у нас вообще есть. Да потом, что вы мне сейчас... Да елки-палки, а что это такое? Забрать. Удвоитель жетонов. Че себе. Новый рубеж, события дня. Для этого нам нужно 150 набрать, а я 123 пока собрал. Но зато уже есть удвоитель жетонов. И это хорошо, ребят. Значит, по идее, должен опыт быстрее идти. Так, что у нас тут в магазине? Так, ну это я получил. Больше ничего нету, да? Клан, гильдия или что-то такое. Чат, игроки сети. Так, Данил в сети. Пригласить. Приглашение. Приглашение отклонено. Ладно, хорошо. Отклонено, так отклонено. Так, ну что, ребят, поехали еще разочек сыграем, да? За этого борца. Все-таки он сейчас у меня немножко крепче стал, надеюсь. Будет 5800 у него здоровья. Ага. Так, тихо, тихо. Я, знаете, что могу сказать? Что стопудово на мобильнике играть намного удобней. Куда ты там убежал? Куда ты убежал, а? Хе-хе-хе. Схлопотал. Кстати, где мы-то? Отдай. Иди сюда. Подбили ее. Так, отлично. Так, это кто? А, этот стоит там. Кстати, он правильно делает, что стоит в кустах и бомбит. Он прикрывает нас тем самым. Ну иди сюда. Так, давай, 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 иди сюда, борец. Вот так вот. Порвали его нафиг. Ах, ты смотри, что делает. А ну-ка давай, вот здесь, нахлобучим его. Замечательно. Так, ну-ка иди сюда, Шелли, блин. Эль Примо. Точно правильно говоришь, Эль Прима. Слушай, ну мы тут вообще круто идем. 11 гемов, ребят. 11 гемов. И у них 0, уже 13. Да, четко все, четко. Я в прыжке.
Завис. Ну вот, ребят, уже хоть кубки начали нормально идти. Поехали. Так, нам еще два кубка, и мы с вами перейдем на ранг третий. Так, мега-босс какой-то тут появился в сети у нас. Так, что в магазине? Ну, магазин, я так понимаю, мне показывают чисто донат, да? То, что вы можете купить. Но я этого не буду, ребята, делать. Мы с вами без доната играем. Все по чесноку. Так, ого. А тут, ребят, серьезная команда у них. Два вот этих вот бармена-робота, которые сейчас будут тут все бутылками своими забрасывать. Да-да-да. Хрен, подойдешь к ним, блин. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Отходим. Вы видели, да, ребят? У меня здоровья практически не было. Мне пришло... Воу! Ну, от этой ерунды лучше отходить. Это естественно. На-ка! Ай, подбили, не добил, ребята. Я ее не добил, эту Шелли. За что поплатился? Мы проигрываем здесь. Иди сюда. Да ёпрст, тут невозможно. Смотри, что творится. Такое ощущение, что эта команда у них там не просто так собралась, а целенаправленно собирали они. Я просто не могу ничего сделать. Тут вообще все в огне. Дай вот эту вот Шелли подбить. Фак, а? Мы проиграли здесь. Да этот робот, конечно, наш бармен вообще тупил по чернаку, если честно. Стоял даже, не высовывался никуда. Ладно, надо сменить команду. Вперед. Так, у нас, ребята, кто? Чувачок с гитарой. Хиллер это, по-моему, если я не ошибаюсь. Иди сюда. Блин, убежал. Давай, хиль. Если ты умеешь, конечно, хилить. Так, вот это вот с сомбрерой. Оу, я его заколбасил. На нафиг. Даванул чувачка. Так, дай-ка этого медведя. Ага. Так, что, ребята, 6-0 пока, да? В нашу пользу, естественно. Порвали двоих сразу. Вот это круто было. Что ты там прячешься в кустах, а? Ханорик. Так, ребята, мне надо отойти, потому что очень мало здоровья. Буду здесь стоять, хиляться. Блин, они не дадут. Воу-воу-воу-воу, тихо. Так, пора супер прыжок делать. Эль Примо, точно. Примо панч. Так, Гем, это хорошо. Ты хорошо придумал. Тихо, главное не дуплиться, ребята. А то мы растеряем 5 гемов. Так, давай, иди сюда. Медведь, иди сюда. Нина, или как тебя там? Тихо, тихо, не надо выделываться. Счет 10-2. В нашу пользу, естественно. Так, ну-ка давай-ка эту Нину заколбасим. Эй-эй-эй-эй! Опасно. Опасно, медведь прицепился. 8-7? Да ну нафиг. Почти ничья, такого быть не может. 8-8? Так, это что-то с чем-то, ребята. Так, тихо. Ну, отсчет пошел. Это точно Эль Прима. Ну, 13-7. Есть, ребята, в нашу пользу. Нашу пользу победа. Фух. Опять у меня меньше всех кубков. Хотя я звездный игрок. Не знаю, от чего это зависит. Но третий ранг, отлично.
Так, еще 190 жетонов. До чего? Да что вы достали? Блин, еще 15, ребята, еще 15 до 150. Фух. Давай вот здесь вот столкновение в парное. Поехали. Все или ничего. Разговор будет короткий. С кем я в паре? Люк-глюк? Блин, с гитарой. Вау-вау-вау, у них там заварух, смотри. Так, понял. Стоят, да, значит, там? Угу. Ну что ж, давай потихонечку как-то здесь. Пора добивать их. Вот этих вот говнючков двоих. Да ладно тебе. Люк-люк. Лаки-люк. Ну где я-то, ё-моё? Когда я там рисанусь? Столкновение. Столкновение. Черт, меня подбили. Так, бегай, 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 бегай. Жди, пока я рисанусь. Так, это вот эта вот противная команда, ребята, кстати. А вот и появился. Да что такое-то? Как он выжил, блин, интересно мне знать. Давай, 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 давай. Ай. Нет, 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 не попадайся, не подставляйся. Ёлки-палки. Зачем ты, блин? Че, мы выиграли, что ли? Да нет, мы проиграли, ребят. Ладно, давай еще раз. Ребят, я не знаю, что случилось, что прям во время игры тебя выкидывает на рабочий стол и приходится заходить все заново. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Или это только у меня так? Взяли прям во время боя, меня выкинули, гады. Так, ну ладно, давай, поехали. Иди сюда, сомбреро. О, тут тоже он драчун, да? Куда ты там разогнался, эй? Достал ты уже всех в корень, блин. Так, иди сюда с медвежонком. Со своим. Расправимся сейчас. Так, тихо, тихо, тихо. Гитаристы нам здесь не нужны. Они пока ведут, ребята. Они ведут. Да иди ты. Так, мало здоровья. Да елки-палки, все равно подбили, а? Юлил, юлил, и не вышло нифигашечки. Ладно, поехали. Будем мстить. Каким макаром, пока не знаю. Иди сюда. Борец этот достал уже. За мной бежит, гад. Давай. Ну. Да ёпросте, блин, прыгаешь прям в эту кучу и погибаешь сразу же. Бред какой-то. Иди сюда, гитарист хренов, блин. Как ты бессмертный, его бьешь, 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 бьешь. Проиграли, да? Я еще и в воздухе завис, блин. Ну, даже ничего не дали вообще. Что-то мне потихоньку начинает бесить этот борец. Угу. Слушайте, ну вот неудобно вот
управлять в плане вот именно боевкой вот этой вот. Ходить еще ладно, но смотреть, правильно ты неправильно нажал, блин. Как бы надо смотреть за процессом на экране, а мне приходится смотреть, правильно ли я выбрал тут красную эту... Красный джойстик или неправильно, блин. Что еще за фигня, что это еще за взрывчатка здесь, а? Так, стрелок, ты... Воу! Нифига тут тактика-то. В кустах сидят, да? Из кустов начинают бомбить. Понял я их. Я их прекрасно понял, ребят. Вот этого медвежонка надо казнить. Вот этого тоже. Да. Получил свое, блин. Опять мы тут, ребята, просираем. По чернаку причем. Я заметил, тут много зависит от того, какая команда подобрана. Ну и что это такое? Ну, что это? Угу. Это с дробовиком бегает. Какой от него толк вообще? Я не вижу, ребят. Да. Проиграли. Это однозначно. Сколько? 14 гемов. Смотри, сидят, блин, в кустах и бомбят, блин. Проиграли. Чуть-чуть нам не хватило. Обидно. Но ничего не поделаешь с этим. Так, выйдем отсюда. Ну что, дорогие мои друзья, наверное, на этой ноте я пока закончу эту игру. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть.